Привет, дорогие друзья и подписчики! Сегодня я покажу вам, как сделать эксклюзивное колечко с божьей коровкой из материалов для ногтей, которые есть под рукой. Если ты здесь впервые, подпишись на канал, нажми на звоночек и выбери все, чтобы не пропускать наши новые выпуски. А теперь начинаем! Для работы я буду использовать полигель от NanoProf красивого молочного оттенка. Это популярный цвет, который очень круто смотрится на ногтях, и у меня его осталось как раз на колечко. Для красивой опаловой фактуры разбавлю полигель каучуковой базой 8.1 фарфорового оттенка и система макияжа ногтей. Изюминкой колечка станут хлопья юки. Это мелко нарезанная слюда, которая создаст нам эффект настоящего опала. Добавляю немного на палитру и зубочисткой размешаю все компоненты до однородной текстуры. Ссылку на сайт NanoProf я также прикрепила в описании. Теперь зубочисткой набираю замешанный полигель и выкладываю будущее колечко на крышечку флакончика, подходящего под размер пальца. Кисть для акрила смачиваю в кондиционере и формирую материал в ровное кольцо, чтобы толщина и ширина со всех сторон была одинаковая, и отправляю в лампу на 1 минуту. После салфеткой с обезжиривателем убираю липкий слой и аккуратно снимаю колечко с формы. И вот полуфабрикат колечка мечты уже у меня на ладони. Жесткой пилкой на 180 грит опилю заготовку с обеих сторон и слегка по поверхности, добиваясь красивой формы. Мягким бафиком зашлифую, убираю пыль влажной салфеткой и покрою наше колечко топом без липкого слоя. В принципе, опаловое кольцо готово, но мне хочется добавить ему изюминку и украсить его шикарным шариком Candyball. Полную версию того, как сделать Candyball с божьей коровкой внутри, смотрите по подсказке в верхнем углу экрана. Там я рассказываю более подробно об этой технике. Последним слоем покрываем наш шарик топом без липкого слоя и любуемся результатом. Чтобы закрепить шарик на кольце, мы снимаем его с зубочистки. Можно прокрутить и снять или просто откусить кусачками. Далее твердосплавной фрезой подпилим нижнюю часть, убирая остатки зубочистки. И будем закреплять шар при помощи густой каучуковой базы, смешанной с акриловой пудрой в пропорции 1:1. Делаю замес на палитре, переношу каплю на колечко и устанавливаю на нее наш Candyball. Отправляем в лампу на 1 минуту. На ту же смесь установлю по бокам красивые стразы и с 4 сторон добавлю серебряные микробульонки, как будто это лапки, которые держат наш импровизированный голубой бриллиант. 2 стразиков мне показалось мало, поэтому добавлю еще пару маленьких и также украшу микробульоном. Друзья, только полюбуйтесь, какое шикарное и главное эксклюзивное колечко у нас с вами получилось. Такого больше нет ни у кого. На самом деле нет ничего сложного, и можно сделать сразу несколько вариантов под разные луки. А чтобы колечко смотрелось как дополнение моего маникюра, я сделаю укрепление ногтей также в стиле опала. Хотите увидеть продолжение этой истории? Тогда ставьте лайки и оставляйте хочушки в комментариях. Загляните на мои странички в соцсетях ВКонтакте, Инстаграм и ТикТок. А у меня на сегодня все. До скорого, пока-пока!